Сегодня мы просто отдыхаем в своем городе, и на данный момент утро, и мы идем на море. Пойдемте с нами. Море очень рядом, просто хочу вам показать, как выглядит гостиница не с парадного входа. То есть вот два здания, там главный вход слева от меня, а справа это. И вот выходишь, и сразу море. Буквально за этими домами сразу море. 5 минут ходить, сейчас все покажем. Небольшая дорога, сейчас мы ее перейдем. И вот за этими домами там очень улочка, жарко, да? Сегодня опять. Улочки такие небольшие, узкие, можно сказать. Посмотрите на дома. На всех балконах цветы. Так красиво. В каждой в ресторанах внизу тоже свои цветы. У одного белого, у другого красным цветом, у другого третьего розового. Ну так красиво. Люди все счастливые, улыбаются, ездят на великах, гуляют. Такая красота. Кстати, вчера мы приехали с Венеции, и началась такая песчаная буря. Я такой никогда не видела. Ну, где я жила, никогда не было вообще песков. И было, прям пошли гулять не смогли, песок в лицо, в глаза, в нос, на машинах. Вот даже если посмотреть, машины все грязные, все стоят, это все песочная буря вчера такая была. Так интересно, первый раз такое приключение с нами. Не смогли гулять, пошли домой. Песок был везде, да? Да. Во рту, в глазах, в волосах. Ну, не так прям уж, как показывают по телевизору, что там прям пустыня, да, как бы поднялась, ничего не видно. Я в прошлом говорю, нет, как будто бы пыль была такая. Тут цветы, пальмы. Красота. А вон там уже виднеются флаги, это как раз и машина. Пляж. Да, правда, очень близко. Посмотрите, как красиво все оформлено. Идешь, и все время мимо вот таких красивых кафешек, в каждую охота зайти, почти в каждой были. У меня пальма вот такая есть дома, две. Одна на даче растет, одна дома. Это как раз с Италии я привезла. И как ты, интересно, ее привезла с Италии? Ну, отросточек. И кто тебе его дал? Владик купил, кто мне его может дать? Ну ладно, хорошо. Ну вот, мы и 5 минут не шли, и мы уже на море. Поэтому нам нравится это место. Очень все близко, красиво. Единственное, здесь в этом году, вот мы поздно приехали, вода уходит и приходит. Сейчас она пришла, немножко мутная, но все равно очень классно. Хорошая теплая водичка. На пляже сразу есть кафе, где можно купить мороженое, воды, посидеть, попить пиво. Каждый раз не можем пройти мимо, обязательно чем-нибудь угостимся. Все продумано. Вот здесь вот такие дорожки, чтобы песками ноги не обжигали. Волейбол дети играют, всякие мячики, теннисы, тут столько всего. Поэтому так сильно предусмотрена вот эта прибережная зона, что по ней к морю только 5 минут надо идти. Чтобы ребятне было где играть, людям посидеть. Ну классно же. Я даже люблю бегать по песку. Меня ругает, я люблю валяться в песке. Как поросенок. Есть же лежанки, а я все равно хочу на песочке. Надо насладиться этим отпуском, потому что этот отпуск последний в этом году. Вот, посмотрите с левой стороны. Объясните, тут горки, там горки. Пожалуйста, посидеть, покачаться. Если ребятишки не хотят, с этой стороны, с правой стороны ребятня уже играет во все футбол. Все стараются с утра, потому что в обед очень жарко. Часто уже, наверное, лет градусов около 30. У нас Владик уже даже успел сгореть. Один раз был на море. Так быстро сгорает. Я, кстати, знаю один такой совет от косметолога. Чтобы крем загарный помогал, крем от загара, прям нужно намазаться белым-белым, прям весь белый стоять. И 10 минут, 5 минут, чтобы он впитался. И только потом идти на пляж. И вроде как не сгораешь. Но мне помогает. А мне? А Владик забыл намазаться. Или кто-то забыл намазаться. Я же мать. Помогает. Я вот черненькая. Ты должна за мной следить. Хорошо. Так вот. Теперь я как поросенок. И у меня теперь спина вот таким цветом. Сейчас же мой. Приятность эту мы переживем. Вот прошли немножко, начинаются лежанки. Тут у каждой гостиницы свои лежанки. Мы в гостинице Hemingway. Можно найти, пойти купить 15 евро лежанки на целый день. Надо здесь находиться постоянно, а мы не находимся, пришли, искупались уже. Что вчера была буря небольшая. Все в пыли было, да, от песка. И посмотрите, какой мелкий теперь на пляже. Его как будто бы просеяли. Интересно так.
Пошла, пошла. Она как будто на море выросла. Так она любит. Вот это ужас. Посмотрите, тот, кто плохо мазался и не слушался Галю, я его просила мазаться, теперь вот так загорает. А рядом, смотрите, что продает. Воздушных змей. Вчера при нас мальчик тут крутил. Я все наблюдала. Владик, как тебе загорается?